Сегодня мы подготовили для вас увлекательное видео, где собрали самые интересные, необычные и занимательные случаи, которые были засняты на камеру в последнее время. Предлагаем без лишних слов приступать к просмотру. Но перед началом подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, а после просмотра ждем каждого из вас в комментариях. Ну что ж, погнали! Искренне надеюсь, что я не застану то время, когда водные жители выползут на сушу. Неожиданно. Думаю, теперь вы понимаете, что на самом деле значит сложная работа. Артисты – это такие люди, которые будут радовать своих зрителей в любую погоду. Нет, на самом деле здание не крутится вокруг своей оси. Это всего лишь оптическая иллюзия. Вот оно, то будущее, которое я хочу застать. Чтобы обедать в подобном месте, нужно иметь стальные нервы. Я бы знатно испугался, если бы увидел подобное вживую. А вы? Даже без особых знаний археологии можно с уверенностью заявить, что возраст этой находки превышает несколько миллионов лет. Не спешите делать выводы об инопланетном происхождении увиденного существа. На самом деле это осьминог. Он, кстати, отлично демонстрирует загадочность и неизученность мирового океана. После таких кадров нужно перевести дух. Это что-то невероятное. Нежданный гость на поле. С таким мощным игроком никто точно соперничать не захочет. Из всего можно сделать эпичное шоу. Это, как к слову, получилось весьма неплохо. Либо я не совсем правильно понимаю закон гравитации, либо тут действительно что-то не так. Вот это сила. С такой работой в зал ходить не нужно. С такими декорациями вспомнить детство и поверить в сказку не так уже сложно. Что происходит? Неужели проснулись трансформеры? Эти ребята работают быстрее и эффективнее наших коммунальных служб. Обязательно поставьте лайк, если вы еще этого не сделали. Это приятная награда за наш скромный труд. После того, как хозяин авто увидит шедевр на его заднем стекле, он уже точно не пойдет мыть машину, ведь ему будет жалко смывать такую красоту.
Дроны – одно из лучших достижений современности. Вскоре эти машины смогут заменить людей на самых опасных профессиях. Человек-паук, которого мы заслужили. Красота в простых вещах. С дельфинами плавали многие, а вот понырять с китами посчастливилось далеко не каждому. Это змея сиамские близнецы? За движением бескрайних песчаных дюн можно наблюдать бесконечное количество времени. Прыгнуть с парашютом – это то, что стоит сделать хотя бы раз в жизни, чтобы испытать полный спектр эмоций. Вы бы рискнули, если бы была такая возможность? Напишите в комментариях. Не все дорогое качественное. За нами точно кто-то наблюдает. Талантливый художник, который горит своим делом, будет рисовать, даже если у него не будет холста и кисти с красками. И все-таки есть у нас с животными что-то общее. С помощью дронов можно создать волшебную сказку и помочь даже взрослым поверить в чудо. Ничего подобного я никогда раньше не видел. У меня даже нет слов, чтобы описать столь невероятное природное явление. Рыбная торнадо. Невероятно. Молния попала в ветряк и спровоцировала возгорание, которое может привести к серьезному пожару. Вот что значит забит битком, так что наши с вами автобусы в 6 утра еще считаются достаточно просторными. Сегодня, когда нельзя никого осуждать, остается сказать, что каждый сам вправе выбирать себе питомца. Впечатляющее явление, не правда ли? Называется оно рыбьей чешуей и случается крайне редко на реке Цюанань. Мне срочно нужна такая защита для всего. Сомневаюсь, что хоть кто-то доедет до пункта назначения. Что тут скажешь, возраст не приговор. У меня лишь один вопрос. Как? Когда берлога надоела и пришло время поменять жилье на класс повыше. Неужели воздушный корабль потерпел крушение не в том месте? Если бы я не увидел это собственными глазами, то никогда в это бы не поверил. Лучший способ напугать соседей и не только на Хэллоуин. Только что вы стали свидетелями успешного запуска спутника в космос. В номинации «Самая странная рыба» выигрывает именно это. Согласны?
В такой сильный ветер лучше не выходить на улицу, а наблюдать за такой красотой в окно из тепла. Ничего необычного, просто экскаватор плывет к берегу. Что-то мне подсказывает, что предстоящий год для именинницы будет сложноват. Перед тем, как говорить парикмахеру «подстриги на свое усмотрение», стоит уточнить границы допустимого. Ну и где все рыбаки? Такой улов пропадает. Креативный человек в любом месте может сотворить искусство, даже дайвер на глубине. Может, прибавим оборотов? Все самое интересное только начинается. Даже обычный бросок снежной глыбы с моста может впечатлить. Умеют же некоторые делать настоящее шоу из салютов. Необычное явление, которое скорее напоминает фотошоп, однако встречается в реальной жизни. Да-да, это козы, которые пасутся на деревьях. По всей видимости, лед тут очень толстый. А собака не промах, своего не упустит. Плавание среди медуз – это уже очень экстремально, однако уверен, точно запомнится на всю жизнь. Я вот не пойму, это круто или же все-таки мило? Теперь я знаю, истинная гармония существует. Радужный водопад – природный феномен. Он постоянно собирает вокруг себя множество туристов, которые хотят лицезреть его воочию. Когда в моменте почувствовал себя рыбой. Фанаты научной фантастики со мной согласятся. Уж очень то, что мы сейчас видим, напоминает след от прыжка космического шаттла в пространстве. Вот это мощь! Вот вам лайфхак, если хотите заниматься своими делами, однако все время оставаться в сети на паре. О, так это же я, когда пытаюсь развиваться. Как же только люди не изощряются, чтобы хоть немного подзаработать. Мне бы польстило, если бы лобовое моей машины помыл сам Капитан Америка, а вам? Вот почему я ненавижу открытые аттракционы. И почему-то уверен, что после этого видео вы тоже обзаведетесь новой фобией. Молния так точно попала в верхушку здания, а затем в красивом рисунке распласталась по штормовому небу. С какой же скоростью крутится его пропеллер? Вы когда-нибудь видели, как самолет разбирают на металлолом? Я тоже стал свидетелем чего-то подобного впервые.
Города в облаках – это уже не далекое будущее, а наша с вами реальность. Думаю, вы не будете спорить, что природа – лучший художник. Она способна впечатлить сочетанием красок и насыщенностью цветов даже скептиков. Женщину очень заинтересовал оползень, а потому она стала и, не отрывая взгляд, наблюдает за его ходом. Но лучше бы ей отойти подальше. Что там за бездонная нора, что из нее льется аж так много воды? Подводный мир необычайно красив. Чего стоит только один танец этого осьминога? Смог черным кольцом навис над городом и медленно покорял небесные просторы. Люди очень испугались, когда увидели это необычное явление. Видимо, корове захотелось быть поближе к солнышку в столь пасмурную погоду. Как такое вообще может прийти в голову? Я бы никогда не додумался. Думаю, для такого небесного явления точно нет логичного объяснения. А вот почва для различных конспирологических теорий тут самое что ни на есть благоприятное. Это что-то на грани фантастики. Никогда не перестану удивляться загадкам природы. Вам тоже сначала показалось, что этот динозавр бродит около дороги. На самом же деле это не так. Это всего лишь лопасть от мельницы. Чтобы никто точно не сомневался, что ты работаешь, а не филонишь. Какое же восхитительное зрелище. Такое ощущение, будто бы на небесах играют самую чистую красивую свадьбу. Необычный танец, согласны? Я совсем не удивлюсь, если под этими колпаками прячутся миньоны. Этот водитель совершенно точно умеет создавать проблему на пустом месте и усложнять себе жизнь, даже тогда, когда это совершенно не нужно. Ну а что, Гринчу тоже нужно заправлять машину. Без быстрого транспорта он же попросту не успеет украсть Рождество у всех, кого себе заприметил. Что там творится под этим люком, что поток воды из-под низу подрывает даже люк? Лапки у лягушки, по всей видимости, оказались очень скользкими. Не стоит стоять слишком близко к спортивному мероприятию, ведь люди в азарте могут вас и не заметить. С нетерпением ждем вас в комментариях. Напишите обо всем, что вам понравилось или заставило улыбнуться.